В эфире службы новостей «Саров-24» в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В администрации прошел круглый стол с родительским советом приемных детей. Педагогическая компетентность и интерактивные технологии обучения. Работники учреждений Департамента по делам молодежи и спорта приняли участие в ежегодной конференции. Творчество юных. Воспитанница школы искусств выступила на фестивале в Анапе. Далее расскажем обо всем подробно. В администрации прошел круглый стол с родительским советом приемных детей. В нем приняли участие представители департаментов образования и городского хозяйства, а также специалисты КБ-50. Самой актуальной темой для обсуждений стало уравнивание в правах многодетных семей с приемными детьми и классических многодетных семей. Речь идет о льготах в области медицинского обеспечения, образования и транспорта. Подробности далее. Более 150 детей в нашем городе усыновлены, находятся под опекой или воспитываются в приемных семьях. И проблемы этих категорий граждан нельзя оставить без внимания. Тем более, что в решении некоторых не обойтись без помощи государства. Одна из таких проблем – долги за коммунальные услуги, которые не платили родные родители, и долг тяжким грузом лег на плечи ребенка. Следующая проблема – проблема взыскания алиментов с родителей, также лишенных родительских прав. Порой тоже практически невозможно взыскать алименты, потому что родители, лишенные родительских прав, не работают нигде и ничего не имеют. В нашем городе особо острым остается вопрос медицинского обеспечения. Отсутствие в клинической больнице номер 50 узких специалистов затрудняет своевременную постановку диагноза и вынуждает саровчан обращаться к врачам областного центра, что выливается в дополнительные финансовые затраты. Можно предложить приемным семьям льготы, которые не требуют финансовых затрат, но которые облегчат существование семей этих и ускорят установку диагнозов для детей. Все предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты регионального уровня были переданы депутату Законодательного собрания области Марине Еменцевой. Далеко не все проблемы можно решить на уровне муниципалитета, если нет соответствующего федерального закона. Изменяться законодательство будет на федеральном уровне. Мы ждем эти изменения, мы их рассмотрим на федеральном, и они спустятся обязательно на места, везде. Насколько быстро приемные семьи почувствуют изменения и смогут оперативнее решать насущные проблемы, зависит от слаженной работы многих инстанций на местном, региональном и федеральном уровнях. Профессиональный опыт – важнейший показатель уровня компетентности педагога. В молодежном центре прошла ежегодная конференция для сотрудников учреждений Департамента по делам молодежи и спорта. Тренеры-преподаватели, руководители творческих объединений и педагоги-организаторы обсудили вопросы развития системы дополнительного образования в нашем городе. Развитие потенциала ребенка и творческая самореализация – такую глобальную задачу ставят перед собой педагоги дополнительного образования. На сегодняшний день занятиями в секциях и объединениях самой различной направленности охвачены более 3500 юных саровчан. А результат долгих репетиций и тренировок – золотые медали на соревнованиях и победы в творческих фестивалях. Вы умеете работать с детьми, вы хорошо работаете с детьми. И пожелаю вам действительно тех детей, которые будут увлечены теми видами, которые вы преподаете. Реализация молодежной политики в городе, система подготовки спортивного резерва, создание ресурсного центра добровольчества, итоги летней оздоровительной кампании. На ежегодной конференции руководители учреждений, педагоги дополнительного образования и тренеры-преподаватели обсудили перспективы развития системы дополнительного образования. Важным моментом стал вопрос профессиональной компетентности. Основными задачами дополнительного образования, мы с вами уже не раз об этом говорили, это создание благоприятных условий для развития личности ребенка. И от того, какие условия мы с вами создаем, зависит, в какой мере раскроется его творческий потенциал. За результативность в работе, почетными грамотами администрации и благодарственными письмами Департамента по делам молодежи и спорта наградили педагогов, чьи достижения отмечены на престижных фестивалях и конкурсах профессионального мастерства. Дополнительное образование зачастую является компенсацией школьных неудач. И в этом создается как раз огромнейший плюс дополнительного образования – по отношению к общему. В дополнительном образовании как нигде очень важную роль играет личность педагога. В этом году свой профессиональный путь в учреждениях ДМИС начнут двое молодых специалистов. Алена Михайлова будет преподавать ИЗО и основы дизайна воспитанникам театра «Мода Русь». Помочь девочкам именно раскрыть их творческие способности, чтобы коллекции были удачные, чтобы они красиво выступали на конкурсах и занимали, конечно, призовые места. На конференции также обсудили перспективы внедрения индивидуальных сертификатов дополнительного образования и использования современных технологий и приложений в образовании и воспитании.
Саровчан приглашают принять участие в чемпионате и первенстве города по легкой атлетике. Соревнования пройдут на стадионе КАР 13 сентября в 18:00. В программе бег на различные дистанции, прыжки в длину и эстафета 4 по 100 метров. К участию приглашаются студенты высших и средних учебных заведений, а также работники предприятий города. Победители и призеры будут награждены дипломами и призами в каждой возрастной категории. Спасатели предупреждают, в период с 8 по 14 сентября местами по Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и линии связи. Граждан убедительно просят не сжигать мусор на своих садовых и дачных участках, а при обнаружении возгорания немедленно звонить пожарным. В детской поликлинике стартовала кампания по вакцинации детей против гриппа. Ребят будут прививать препаратом под названием «Ультрикс», который показал высокую эффективность. Как сообщили медики, вакцинации подлежат все дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. В связи с этим плановые приемы на вакцинацию детей, посещающих детские сады, временно отменены. 10 сентября в Доме молодежи в преддверии нового сезона пройдет День открытых дверей. Гостей ждут презентации студий, кружков и коллективов. Дети и взрослые встретятся с руководителями и участниками клубных формирований разных направлений, которые расскажут об истории своих объединений, их основных задачах и познакомят с программами занятий. День открытых дверей начнется в 18 часов. Дизайн-мастерская «Дело вкуса» приглашает саровчан на первый в нашем городе фэшн-викенд. 9 сентября во Всемирный день красоты на набережной жилого комплекса «Саровская ривьера» модели продемонстрируют эксклюзивные коллекции одежды дизайнера Елены Бабиновой в стиле спортивного шика и городской костюм в русском стиле. Подробности далее. У русского народного костюма давняя и богатейшая история. Натуральные ткани, свободный покрой, насыщенная цветовая гамма, ручная вышивка и аксессуары. Современные модельеры и дизайнеры одежды, вдохновившиеся образами русских красавиц, создают новые коллекции в русском стиле. Одну из таких смогут увидеть участники первого в нашем городе фэшн-уикенда в Саровской ривьере. Все привыкли, что модные показы это в каких-то помещениях проходят. Но модно сейчас проводить их в местах самых неожиданных. Начало маленького разговора о большой моде в этом городе замечательном. 9 сентября во Всемирный день красоты любимое место отдыха горожан набережной реки Сатис превратится в настоящий дом моды. Зрители фэшн-уикенда смогут увидеть ярких моделей в костюмах и платьях ручной работы. И все это в неожиданной для дефиле локации на фоне современной архитектуры жилого комплекса «Саровская ривьера». Меня интересует тема урбанистики. Это самое, наверное, модное, что сейчас есть в мире. Города меняются, они дышат, они все более и более становятся живыми. И вот это место как такой пример того, как меняется город. Две коллекции и два совершенно разных взгляда на современную моду. На смену моделям в русском стиле придет спортивный шик. Какие неожиданные решения в этом модном сегодня направлении продемонстрирует саровчанам дизайнер Елена Бабинова, пока остается секретом. Соберется 25 красивых девушек. Вот они, в принципе, красивые от природы. Это поразительно. Вы увидите много красоты, много красивого в одном месте. У вас будет возможность фотографироваться с этими девушками. Фэшн-уикенд в Саровской ривьере можно по праву считать главным модным событием этой осени в нашем городе. Праздник стиля и красоты не оставит равнодушным всех, кто следит за современными тенденциями в мире моды. Фэшн-уикенд пройдет на набережной жилого комплекса Саровской ривьеры в воскресенье, 9 сентября в 3 часа дня, при условии хорошей погоды. Воспитанница детской школы искусств Анжела Доронина выступила на фестивале «Творчество юных», который проходил в Анапе при поддержке Министерства культуры. Он ежегодно объединяет талантливых детей из России и Белоруссии, которые неоднократно становились победителями и национальных, и региональных конкурсов. На сцене фестиваля выступали танцевальные, инструментальные и вокальные коллективы. Саровчанка Анжела Доронина была единственной представительницей из нашей страны в номинации «Сольное пение». Летние каникулы Анжелы Дорониной прошли в работе. Сразу после гастролей мюзикла «Свиток Ломоносова» проекта «New Kids» юная вокалистка была приглашена на фестиваль творчества юных в Анапу, в котором участвовало более 200 детей из России и Беларуси. На фестивале Анжела исполнила свои любимые рок-композиции «Кукушку» и «Небо славян». Атмосфера интересная, творческая. Все время в процесс идет такой, скажем, такой бурный. Успевали даже
мы быстренько сбегать на море, скажем так, чтобы тоже освежиться. Но было достаточно очень интересно. В родной город Анжела вернулась уже перед началом учебного года и вновь продолжает занятия в школе искусств. 2 недели в Приморском городе прошли в репетициях, концертах и мастер-классах, которые проводили для юных дарований знаменитые музыканты. Анжеле были интересны уроки вокала, и она не упустила шанса перенять опыт профессиональных певцов. На этих мастер-классах я узнала оригинальные распевки и упражнения для дыхания. У Анжелы это первый опыт участия в таком масштабном фестивале международного уровня. Юная вокалистка смогла достойно представить не только родной город, но и страну. А после насыщенной работы летних месяцев Анжелу ждут не только школьные учебники и плановые занятия вокалом, но и новые творческие конкурсы. Авторская песня, секции настольного тенниса, пауэрлифтинг, мини-футбол, любительское собаководство, ассоциация ролевого моделирования. Клуб здоровья Центра внешкольной работы на протяжении многих лет занимается организацией досуга для ребят по месту жительства. И каждый год в начале сентября педагоги и воспитанники клуба рассказывают саровчанам о работе секции и объединений. О том, как прошел день открытых дверей в здоровье, расскажем в следующем репортаже. Снежана Голубева в клуб здоровья пришла в этом году. Во время летних каникул девушка попала на дворовую площадку, где досуг для отдыхающих от школы ребят организовывали как раз ее сверстники. Познакомившись и попробовав себя в деле, Снежана решила с осени посещать клуб здоровья на постоянной основе. И тут она преследует свои цели. Я хочу стать учителем начальных классов, потому что я очень люблю детей, я очень люблю с ними общаться, как-то им помогать. В день открытых дверей у Снежаны ответственная работа. Ребят на улице надо пригласить, флаеры информационные раздать, в концерте поучаствовать, да плюс провести мастер-класс для всех пришедших на праздник. На мастер-классе мы научим вас делать сквиш. Это такая игрушка, антистресс, которую можно помять. Мы будем делать ее из очень доступных материалов, будем делать ее из бумаги, из скотча и также пакетов полиэтиленовых. В клубе по месту жительства здоровья есть место не только для тех, кто хочет позаниматься в тренажерном зале или поиграть в настольный теннис. Есть желание примерить доспехи или подержать в руках меч или арбалет, объединение «Армир» приглашает к себе. А еще военно-патриотический клуб «Разведчик», клуб авторской песни «След», игровая комната и многое другое. Занятия в клубе здоровья для себя сможет найти любой желающий. Здесь рады видеть каждого подростка вне зависимости от его места жительства. Восточная мудрость гласит: мед – лекарство от 100 болезней. Полезные и вкусные лакомства саровчане могут приобрести в Центре культуры и досуга в НЕФ. Там открылась выставка «Медовая феерия». Десятки сортов полезного и очень вкусного лакомства меда вы найдете в Центре культуры и досуга в НЕФ. С 5 по 9 сентября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы предлагают своим покупателям лучшие сорта меда со своей пасеки, качество которых они гарантируют лично. Приезжая в наш город, они внимательно следят за тем, чтобы ассортимент полезного лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта меда. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. Конечно, на ярмарке вы найдете и традиционный мед. Липовый, майский, цветочный, высокогорный. И мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. Осенью, в сезон простуд и вирусных заболеваний, необходимо заботиться о своем иммунитете. И тут на помощь придет мед с продуктами пчеловодства. Например, хорош для профилактики прополисный мед. На ярмарке есть мед только с прополисом, а также с прополисом и кедровой живицей. Мед диких пчел также содержит в себе продукты пчеловодства – соты, пергу, пыльцу. Он, кстати, представлен и в фильтрованном варианте. А еще поможет укрепить вашу иммунную систему мед с пергой. Мед с пергой. Это в первую очередь. С утра по чайной ложечке – это замечательная вещь для иммунитета. Иммунную систему укрепляет хорошо. А также еще и все хронические заболевания, потому что в перге очень много полезных свойств. Ну и, конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Если вы самостоятельно не справитесь с выбором, пчеловоды Михайловы придут на помощь и посоветуют мед, который идеально подойдет вам. Ну и, конечно, все сорта можно попробовать лично. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досуга в НЕФ с 5 по 9 сентября с 10 утра до 6 вечера.
И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале, YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.